Здравствуйте! Сегодня я буду снова рассказывать про еще 4 удаленных мобов мультиков. Итак, первый — это скелет-гигант Босс. Он появился в хэллоуинское обновление 2023 года. И выглядел он как гигантский скелет с короной и молотом. Он наносил большой урон, насколько я помню, и с небольшим шансом с него падали изумруды. Второй — это гоблин. Он тоже появился так же, как и Босс скелет. У него была дубина и было, кажется, довольно много здоровья. Третий — это враждебный снеговик, и появился он в Новый год 2023 года. Умел кидаться снежками и драться. Жизни было немного, и драбал снежок и морковку. Спасибо за просмотр. Если наберется 10 лайков, то сниму про удаленные предметы. Всем пока и до встречи в новых видео. Boom!